Любовь представляется мне странной шахматной партией, где конь скачет по пати, а слон застыл в янтаре. Партии, сыгранные на фортепиано или в кровати, где один постоянно ходит, а второй же вроде вообще не заинтересован в игре. Второму бы спрашивать, иногда хотя бы. Как ты там, первый? Хочешь со мной покурить? Цветок на балконе не пережил октябрь. Не пережил октябрь. Что ж там говорить про зиму? Нечего говорить. Любовь представляется мне застывшей в воздухе лентой, бедой с разбитой коленкой, трещинкой на губе. Лентой, намотанной на кулак, распущенной кем-то. С этой секунды все сказанное с тобой не связано. Каждое слово по отдельности не тебе. Ресницы твои и смешные твои наряды блестят, но не радуют, как, например, мечи. Цветок на балконе не пережил ноябрь, не пережил ноябрь. Что ж там говорить про зиму? Пожалуйста, помолчи. Любовь представляется мне постоянно разными именами. Цунами – все это не с нами. Лед, бенгальский огонь. Именами, которые вслух стыдно произнести при маме. Еще несколько трудных дней обещаю. Запах сгорит свечами. Маугли скроется от погони. Скотч склеит разбитый стакан, перерезанный кабель. Намертво яд приварит кобру к моей груди. Цветок на балконе пережил сначала декабрь. Потом январь с февралем. Потом нашествие крабов. И в целом оказалась преувеличена эта драма. Самое интересное впереди.